Все приехало вот в такой вот, в принципе, заводской упаковке. Сейчас вскроем, посмотрим. Вот он, номер модельки. Отличненько. Все здесь запечатано, помпа заводская. Подумайте об этом. Перед получением все проверяем. Все запечатано. Две заводские пломбы, они не переклеены. Давайте вскроем, посмотрим. Здесь все вот в такой вот упаковочке. Чехол. В принципе. Из, как я понимаю, это кожа. Или даже, может быть, нет, все-таки кожа. Заменитель. Внутри чехольчика у нас находятся сами очки. Они также упакованы. Специальную пленочку. Также в комплекте у нас идет трипатулечка вот такая вот. Ну и рекламная документация. Я как понимаю, компания производит. Сейчас развернем очки, померяем. Сами очки после вот этого пакета упакованы еще дополнительно. Дужки очков упакованы вот так вот. Так выглядит сама линза. Они матовые. Носовой держатель. Механизм складывания. Так выглядят линзы. Вот так это выглядит все на лице.